Всем привет на канале Мосалим. Сегодня в работе у нас Нива. Автомобиль уже разобрали, поверхность подготовили, проклейки все обезжирили, помыли. Кратенький обзор по штатной шумоизоляции. Вот такая вот у нас арка в багажнике, ничем не обработана. По правой стороне, по левой стороне автомобиля то же самое. По арке крыло, такая огромная площадь крыла и тоже ни одного кусочка вибра. Пол багажника залили вибра, все так неплохо выглядит. Посмотрим, что у нас по салону. По салону тоже на удивление хорошо обработано виброматериалом, но нет никаких шумопоглощающих материалов, тонкий ковер в Ниве, вернее, можно сказать, его вообще нет. Ну и нужна, конечно, дополнительная шумоизоляция, создать комфорт в автомобиле, чтобы на нем было приятно передвигаться. Разобрали двери, наполовину дверь проклеена, наполовину полностью голая. Данный автомобиль, конечно, требует шумоизоляции, будем работать по программе Олимп, все проклеим и создадим комфорт. Приступаем к работе.